Приветствую вас, друзья, с вами Верос, продолжаем играть в Ведьмака, идем уже активненько к финалу основной кампании, переносимся на остров, где мы убивали великана, и будем пытаться добираться до корабля. Ну, вдруг, если что-то случится, я на всякий случай этот момент переноса на записи сделал. Ну, все тихо и спокойно, да, значит, надо вплавь добираться. И лодки, лодки нет, к сожалению. Здесь надо было на лодку сесть и на ней отправиться. Так бы быстрее было. Значительно. Ну ладно. Я надеялся даже на самом деле, что что-то все-таки случится. Да мы перенесемся отсюда туда. Ну или оттуда сюда. Как вопрос поставить. Под покровом темноты забраться на палубу будет легче. Ага, арбалетчики. Оп, сразу. Готовься. Цельс. А, и еще и точно бьют, смотрите. Все, вы нас потеряли. Можно прятаться. Главное, судя по всему, не попадать на свет. И нырять. Оп. Меня в детстве родители как-то брали на скеллиг. И? Зачем еще? Тут же ничего нет, одни только скалы, гарпии, сучьи водоросли. Для мальчишки же пойти с рыбаками. Одно удовольствие. Помню, на Ундвике мне показывали, как вязать сеть. Да, приятно вернуться после стольких лет. Ну ничего, мир еще настанет. Еще настанет мир, в принципе. Вы сможете рыбачить сюда приходить, туристический бизнес наладится. Прям под носом у них так плывел спокойно. Ну, судя по всему, это именно тот корабль, куда нам нужно. Но лестницы здесь я не вижу. Вон, скорее всего, по якорной цепи. Приказу императора не стрелять. Да, те стреляли, почему тогда? Ведьмак, какой приятный сюрприз. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Рядом. Она недалеко. Недалеко, белый волк, ты. От того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Ну, я тогда просто не приведу тебе дочь. Но хватит об этом. Ты об этом не думал. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Ты не ответил на мой вопрос. И не обязан. Хм. Мне пора.
Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Вига. Можете снять с нее две мерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Фрингилия, давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле, у Артскеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. А меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. И она наверняка захочет с тобой поговорить. Не сомневаюсь. Да, Геральт? Ты хорошо выглядишь. Для узницы Эмгэра, ты хочешь сказать? Он удивительно мягко с тобой обошелся. Никаких допросов, пыток. Ты просто рассказала ему все, что он хотел знать. Если бы я рассказала ему все, то зачем бы ему оставлять меня в живых? Впрочем, не будем об этом. Мои дела с некоторых пор тебя не касаются. Прощай. С некоторых пор тебя не касаются. Да, Геральт? Пока. Я надеюсь на новые диалоги. Сережка, так-то я тебе не верну. Ты рассказал бы нам все о том, как забавлялся с геном старшей крови. Я не утаивал от вас ничего, что могло бы пригодиться в битве с Иридином. Что до старшей крови, все вы отдаете себе отчет в том, что Цири уникальна. Просто я единственный, кто знает, насколько. А может, ты просто помешан на ней? Я? Геральт? Ничего не поменялось. Цири? У тебя есть минутка? Конечно. Слились как воедино. С ЕНВА. Мне надо бежать. Ладно, потом поболтаем. Да, Геральт? Мы тут заглянули в твою лабораторию. Надеюсь, вы не перевернули там все вверх дном. Ты не говорил, что именно благодаря тебе эльфы Айн Эйли столько знают о возможностях Цири. Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех, в чьих жилах течет кровь Лары Дорен. Мы встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? Тогда мы используем солнечный камень. Почему ты считаешь, что Иридин не поймет, в чем дело? Не станет же он думать, что эльфы с белых кораблей внезапно по нему стосковались? Мы изменим сигнал, излучаемый солнечным камнем. Так что Иридин не распознает его происхождение. Это не единственный артефакт такой силы. Есть и другие? Замечательно. Зачем же в таком случае я бегал туда-сюда, по всему Скеллиге? Найти солнечный камень было проще всего, поверь мне. Мы нашли солнечный камень. Дар Гелвана Диллиан с белых кораблей. По легенде, она так его и не использовала, а Гелван умер от тоски. Мы не заставим Иридина ждать так долго. Похоже, мы сделали все, что могли. Помни только, когда мы начнем, дороги назад не будет. Я готов, можно отправляться на Ундвик. В таком случае, в путь. Вы займете позиции на скалах.
Здесь и... Большое спасибо. Мы знаем, как встать по кругу. Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать... О, Геральт, мы тебя ждали. Правда? Я-то решил, что вы уже начали. Мы обсуждали вопросы магического характера. Для тебя ничего интересного. Верно. Я ведь простой ведьмак. Не переживай. В простоте тоже есть свое очарование. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Карантир ответит на призыв, Нагльфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн-Эйли, а императорский флот отрежет его от моря. Затем 7-й пехотный полк Имлак пойдет на абордаж под командованием принца Варатры. Ты поддержишь их. А ты? Что будешь делать ты? Я буду ждать в резерве. Если что-то пойдет не так, я среагирую. Ага. Как генерал, командующий отрядами с холма. Ты будешь отдавать приказы сигналами Рога или через адъютантов? Блестящая ирония, но чем я ее заслужил? Разве я давал хоть повод усомниться в моих намерениях? Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Удачи. Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагльфара. Я так понимаю, не этого ты хотела? Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Ты не имеешь права ей приказывать. Забавно. Зираэль сказала то же самое, только значительно громче. У меня есть такое право, потому что только я могу активировать камень. Я буду делать это на своих условиях, или не буду вовсе. Зираэль согласилась с этим доводом. Уверен, что ты тоже. Зираэль, ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор? Куда ты? Гулять! Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да. Старшая кровь бывает горячей. Нет смысла, что запрещение. Или характер обманываться. Ладно, давайте, нет смысла. По своему опыту могу сказать, что запретами от Цири ничего не добьешься. В результате она все равно все сделает по-своему. Надеюсь. Что? Неважно. Время не ждет. Если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий, сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду у лодок с солдатами. Йен, что ты здесь делаешь? Жду тебя. Что-то случилось? Пока нет, но может. Очень может быть, этот бой будет для нас последним. Не для того мы так далеко зашли, чтобы сейчас проиграть. Все будет хорошо. Хотела бы я разделять твой оптимизм. Послушай, когда все закончится, если мы останемся живы, я бы хотела уехать. Далеко. И я хочу, чтобы ты поехал со мной. А как же там снять комнату? Все равно. В Повис, за Драконьи горы, может даже в Зириканию.
как можно дальше от политики, интриг и так называемого высшего света. Ты без интриг и политики? Это же твоя стихия, твоя жизнь. Пора начать новую. Я поверю в это только когда сам увижу. Даже сейчас ты в политике по уши. Только для того, чтобы все уладить и уйти с наименьшими потерями. А что потом? Уединенный домик с цветочными грядками? Почему бы нет? Ты об этом мечтаешь? Поедем вместе, куда захотим. Будем делать, что вздумается. Ну так как? Ты со мной? С тобой везде. На такой ответ я и надеялась. Иди, Геральт, Авалак ждет. И не дай себя убить. По тонкому льду задание 30 левел. Съешь бутербродик. Что у нас здесь интересного? Ну, стража вроде бы не кидается. Может, просто не видит. Так, ну, дикую охоту мы читали. В принципе, тут ничего интересного в этом плане. Не, ничего интересного. Тоже мне шатер для советов. Перешли Яру, перейдем и Понтер. Про Яру и Бондру они как-то... Вообще ни к чему. Да ладно вам, свои люди, ну че вы, ну... Эсайр Кинте, ил Эдритес Онберкен, эс крайни нетверкен, древен тритиум бомбайола. Марита бомба. Тильзой эвейк. Бомба. Ля бомба. Такс, окей. Это мы где сейчас находимся? А, ну, в принципе, вот здесь, да. Вот еще есть и кузнец там дальше. Здесь обустроили эту деревушку. Дженеральт. Несе виновен аэп ардаде, квеор лог вавис аэп скол. Аларм, аларм. Вы шпионить или по делу? А в Глин ты не играешь, да? Я там включил же еще режим, чтобы альтернативные карты основных героев были. Так, кто поиграет? Ну, в дополнениях мы еще поиграем, конечно. Безусловно. Но похоже не сейчас. Ну как, Геральт, ты готов?
Давай достанем этих ублюдков. С удовольствием, Геральт. С удовольствием. Мое сердце твое? Это что за заклятие? Это же любовное письмо. Как я говорил, камень должен был объединить возлюбленных. Не думала, что скажу подобное Эридину. Айн Верели, Кира Найт, Адар Эйхблен, Эйдаме. Побрякушка сработала. Они близко. Держись, Геральт. Будем стараться держаться. Айсю, Гали Вуане. Эглифар где-то здесь. Это маловато вас. Тихо. Абсолютно тихо. Это засада. Надо бежать. Не в этот раз. Нет, Зираэль, ты не готова. Ты не управляешь своей силой. Я все сделаю. Цири. Уйди с дороги. Цири! Этот лед. Заклятие. Надо уничтожить посох, который его наложил. Посохом я не ограничусь. О, а где Геральт с отрядом? А чё, не работает вспышка? Точнее, активатор Трис.
Ну ладно, хорошо. Было просто любопытно. Щах, щах, с одного удара любого. Головы только так и летят. О, дикая гонец. Мы чё, забыли про вас? Ну давай. Чтоб вам не грустно и не обидно было. Хотя там ещё туда появляются. Ну давай сюда иди. Иди сюда. Силуэль, я ждал тебя. С тобой, естественно, мы не разберемся одним ударом. И сейчас Геральт выходит на арену. Почти, Тироэль. Почти. Изгардиат. Хорошо. Давай заканчивать. А в бестиарии про вас ничего не сказано. Дракониды, ну мало ли, вдруг тут нам что-то да помогут. Проклятые реликты, трупоеды нет. Ну и ладно. Будем просто махать мечом тогда. Не так эффективно, как Цири. Но кое-что мы тоже можем. У меня есть еще пара тузов в рукаве. Да мне твой элементаль как-то параллелен на самом деле. Они медлительные. Пусть делают, что хотят. А я буду тем временем убивать тебя. Я даже, знаете, что еще предлагаю? Бомбочку огненную за них поджечь. Вот так вот.
чуть растопим ваши сердца. А вот и все, они исчезли. В принципе, я этого не знал, но они мне не мешали сильно. Там не все хп я ему не снял. Успеть всплыть. Интересно, а если, зная это, выпить заранее зелье, чтобы ну дольше дышать, да? Оно будет работать в этом случае или нет? Ну, почему огонь? Тут что, битва прям разгорелась? Нет огня. Хотя не, вон по мелочи есть. Цири. А почему не попросить помощи еще у нордов наших? А, вот они. Скеллиги. А чего столько ярлов сражается, ребятки? Ну вы там тоже, да, вон. Хоть примите участие в чем-нибудь. Так, надо добить этого. Все-таки мы не... Цири, мы так быстро их... не рубим. Ай, молодец. Ай, молодец, вы. Да что ж вы на меня кидаетесь-то? Ведьмак слаще меда, что ли? Или у него, как говорят тут у нас на Скеллиге, намазана, да, пятая точка? Поэтому, как минимум, он может и не слаще меда, но мед присутствует. А тут, похоже, мы драться будем бесконечно. Пошли тогда попадем на корабль.
давай. И здесь. Кто хочет попробовать островной стали? Йома, видел Цири? У Нагльфара! Утопим вас, ублюдки! Дно будет черным от ваших трубов! Зелье. Ладно, окей, пошли дальше. Сучья кровь! В кого стрелять-то? В кого попадет? В Нильфгард? Нильфгард, снег. Погода кровавая, луна. Огончики, кстати, сейчас сильнее, чем их бойцы. Значительно. Ладно, драться с вами бесполезно. Ведьмак, я так ждал тебя. Почему? Хотел тебе кое-что сказать. Позже. Когда ты будешь умирать? Свои финты и перевернуть, я посмотрю. Что, драться расхотелось? Нифига себе, ты все блокируешь, да, короче? Из этих финтов. Чисто на контратаке тебя ловить. В момент атаки тебя. Но вот он кровотечению не поддается. Thank you.
Ай-яй-яй, ну уходи, да ну хары там присмыкаться перед ним. Кстати, можно, ну, на всякий случай, там она требует не особо много, это наливочка, силу атаки увеличить, да? А остальное под лечение, если что, используйте все. Я даже не уверен, что на нем контратаки сработают. Жрем медовые соты. Хотя сейчас, знаете, под эту битву можно все-таки те же сухофрукты поставить. Все лучше будет восстанавливаться ХП и дольше. Критический урон, ну вообще копеечный тут налетает на него. Все, ладно, ярость нас нет-нет спасает. Так что пора ее накапливать. Мы, конечно, не можем, как Цири, перемещаться быстро за спину, но тоже оказываемся ножками у тебя за спиной. А сбоку, если он не успевает блокировать. То есть, если я его в лоб пытаюсь сломать, то он блокирует все вот эти быстрые атаки. А если чуть-чуть под углом зайти, то нет. Хотя нет, сейчас хорошо блокирует все нафиг.
А, ну, наверное, сейчас финальная часть просто должна была быть. Не могли позволить мне нанести ему урон. Ну и атаку не обрывали, кстати говоря. Что ты хотел мне сказать? Авалак обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цириллу. Я тебе не верю. Ты знаешь? Я знаю только, что Авалак нас, возможно, предал. Что там? Шторм? Геральт, смотри. О, а вот и замок все-таки. Все-таки он будет фигурировать это. Куда не было ходу. Что происходит? Сама не могу в это поверить, но ворота между мирами открыты. Надо добраться до башни. Быстро. Мы должны остановить Авалак, пока не поздно. Да нафига ему это нужно? Что так нас я не там понял. Ждет? Если верить книгам, законы природы перестанут действовать. Тяготение, время. Весь Ундрик станет с ног на голову. Ты, наверное, несколько драматизируешь? Нет, ничуть. Не договариваю, скорее, да? Началось сопряжение сфер. Миры соприкоснулись и проникают друг в друга. Авалак может этим воспользоваться, чтобы перенести сюда Айн Эйли. Или нечто куда худшее. По крайней мере, мы знаем, где их искать. Да. Давай за мной. И не расслабляйся. Уф! Уф-уф! Не будем отвлекаться от Цири. Чего Авалак от нее хочет? Наверное, того же, что и Редин. Собирается использовать ее, чтобы открывать ворота между мирами. Нафига он тогда мешал этому? Чисто конкурента убирал. Дерьмо. Землетрясение! Надо спешить. Вот дрянь. Этот корабль сейчас в щепки разлетится. Спрячемся в долине с той стороны, давай! Йеннифер, ты чуть подгораешь. Но небольшие потери, я хочу сказать, у вас. Хватай коня, сбережем время. Так, ты первого коня бери, я второго. Уступаем дамам. И подождем, конечно же, ее.
мне просто любопытно было посмотреть, что здесь происходит. Все, поскакали, поскакали, давай. Был один великан, стало несколько. Времени все меньше. Что с ними случилось? Белый хвост. С кем? С ними. Как скажешь. Ну, ладно. А что, дикая охота резко начала подчиняться ему теперь? Или она продолжает, типа, сражаться, ну, чё, за своего правителя? Мертвого уже пусть. Давай, ты его шарахай молнией, я жду, если он подойдет поближе, короче. Работаем так. Шикарно. Я засмотрелся, как ты работаешь. Идеально. Халера. Авалакх оградил башню магическим барьером. Сможешь его снять? Снять? Нет. В лучшем случае я сделаю в нем пролом. Но только на минуту, потому что нельзя... Короче, Йен, мы войдем оба? Нет. Ты войдешь один. Я вернусь к тебе с Цири. Ясно. Агарет! Фейерганы Агарет! Давай, Геральт! Со мной все в порядке. Иди. Иди. Ну там не на минуту, на мгновение практически. Мой пламенный привет. Обязательно. С огоньком будем его, короче, гасить сейчас. С огоньком. Так, так, так. Ну тут хотя бы погодка хорошая. Тотем, кстати. Быстрый переход мне нельзя. Я смотрю, там появляется активировать. Думаю, сейчас еще куда-то перенестись можно так весело и дружно. Геральт, как неудачно. Я надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Что я тебя пощажу? Я думаю, что ты не нападешь на безоружного. Я не был бы так уверен, у меня очень плохое настроение. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. —
Меня о своих планах ты решила не предупреждать? Знаю, знаю, я должна была сказать. Но я боялась, что ты не поймешь. Похоже, у Яннифер подросла достойная смена. Пойдем отсюда, прошу тебя. Позже, Геральт. Когда я вернусь из башни. Если вернусь. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Не обязательно приносить себя в жертву. Ты ошибаешься. Белый хлад неизбежен. Он идет, вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. И позволь мне ее закончить. Удачи, Цири. Может, все-таки надо было тебе сказать. Может, ты бы понял. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Не заставляй меня долго ждать. Но здесь костюмчик ванильный. Конечно. Хоть и с мехом. Прошу за мной. Религиозный экстремизм до добра не доведет. Господин капитан!
Докладывай. Новиградской делегации до сюда полдня пути. Как спешат-то. Возвращайся на пост. Слушаюсь. Что происходит? Я думал, сейчас мы за Цирию должны быть победить. А что с ним? Выход на заслуженный отдых? Или сразу в Дарн-Руах? В его возрасте путешествие было бы непредсказуемым и дорогостоящим. Угу. Ну как-то пока непонятно, что случилось. Gloria in Artpei. Как-то долго ты это говоришь. На русском звучит быстрее. И может даже торжественнее. Его величество ждет. Довольно. Говори. Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о Белом Хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак, эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннефер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? После войны для ведьмака всегда найдется работа. Поеду на восток, а может на север. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Мы не говорили о тебе. Я понимаю. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу... Не хочу тебя больше видеть. Помощь нужна? Так мы и сами справимся. Это точно. Еще как справимся. Бочки-то доверху полные. Но сейчас мы чутка отольем. Грядут перемены. Это точно. Нильфы бегут. Оказалось, ничем ты их не возьмешь. Вот и венцо свое бросили. Вам точно помощь не нужна? Да справимся как-нибудь. А вы куда? До корчмы надо думать. Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого Нильфгаардского лагеря. Бывайте. Что-то кончается, что-то начинается. Так, ну-ка, ладно. Мы здесь. Ага. Ну, давай, может, проделаем путь этот. Все-таки на плотве. Не будем до знака доходить. Посмотрим, давай, к чему это все приведет. Посмотрим, как мир меняется. Получается, нильфы, ну, от кого они бегут? Риданя-то тоже осталась без правителя. Вряд ли они там что-то смогли сделать. Но я еще отказываюсь верить, что Цири
мертва. Давайте быстрее с колесом. Или хотите остаться тут? Помахайте ручкой Родовиду. Шевелись, ага. Плотва. Так Родовид мертв. Че вы кипишуете там? Ручкой махать вы собрались ему. Уже поздно ему махать ручкой. Давай, плотва. Пока интересно, больше ничего здесь нет. Значит, только тут мы что-то и найдем. Может, ответы на все наши вопросы. Мастер Орд. Что-то его задержало. Ты опоздал. Солдаты. Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Все как договаривались. Клинок 38 дюймов с половиной. Вес неполных 40 унций. Сердечник из сидеритовой стали окован серебром. Глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка. Красивый. А почему он, а не эльф? Я в этом ремесле уже 30 лет. Мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков. Ручаюсь, что лучшего оружия не было еще ни у одного ведьмака. Я знаю твою репутацию, мастер Орд, и не сомневаюсь. К тому же, как вы хотели надпись. Мой блеск пронзает тьму, и свет мой мрак рассеет. Либо Зираэль. Ну давай Зираэль. Зираэль. Ласточка. Руны старшей речи. Классической. Без стилизации. Точно и просто. Можно? Он ваш. Если желаете попробовать, я велел подмастерьям поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Если вы ищете заказов, я слышал про стрыгу в Мариборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в корчму, а позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак! Так, тут... Что-то кончается, что-то начинается. Так, ладно, давай оружие улучшим. Где тут этот камушек точильный? Он же где-то здесь. Прикольно. Я его не вижу. Ладно, пошли. Куда нам теперь нужно? В таверну. Ну, пойдем по другой дороге. Также сейчас оседлаем плотву и на ней. Все-таки я не вижу там камня. О! Подмастерье оружейника. Мастер ведьмак, взгляните на клинки, если желаете. Добрый день. Невозможно взглянуть. Ладно, погнали, плотва. Ну, пошла. Давай, не тормози из-за всякой ерунды. Нам еще нужно тут мир осмотреть. Что изменилось? Да ну по дорожке просто скачи. Плотва. Я понимаю, что ты напоследок хочешь о себе напомнить, но давай без вот этого. Что такое? Тут волк, он
сука! Ведьмак! Не зря решил по дороге скакать. Следы краснолюда. Все, погнали, 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 погнали. Ну так-то их тут компашка была однозначно. Тел так 5, да? Ладно, выходите. Ну как вы там, поплавали? А вы все про эту дырявую калошу с островов. Ваше счастье, что не захотели с нами плыть. Мы едва до берега добрались. Так она была перегружена. Вы бы все равно не уместились. И рыбьим говном провоняло. Вы украли эту лодку. Взяли взаймы. Мы же знали, что она твоя. Думаешь, мы бы другу вот так без мыла в жопу залезли? Хорошо. То есть теперь вы мне ее отдаете? Побойся богов, ведьмак. На что тебе лодка в этих зарослях? Добро. Тогда и говорить не о чем. Что вы тут делаете? По работе приехали. Знаешь, времена тяжелые. За каждую монетку приходится вкалывать. В округе понадобились геодезисты? Мы переквалифицировались. Теперь мы инвесторы. То есть? Прячьтесь! За нами пришли! А? Что происходит? Ты нас не видел? Где краснолюды? Какие краснолюды? Не играй со мной, ведьмак. Это воры. Они украли золотой кубок благородного Дагборга. Это кто такой? Новый властитель этих земель. Кубок надо найти. Говори, что знаешь, или нам придется вытянуть это силой. А ну-ка. Вы мне угрожаете? Ведьмак не хочет сотрудничать. Взять его! Не, ну они, конечно, воры, но вы хамы. Так нельзя просто. Спасибо тебе, ведьмак. Я с самого начала ребятам говорил, что ты нормальный мужик. И чтоб вот этой лодки у тебя не брать. Вы, кажется, решили заняться вложениями. Да, вот, вложились в движимое имущество. В нынешние времена... И двигайте отсюда. Кубок пригодится, ясен пень. Что вы с ним сделали? У нас его уже нет. Подвернулся купец, смешно его как-то звали, господин Зеркальце или как-то так... Но платил, как полагается. Мы бы с тобой деньгами-то поделились, но ведь ты краденого не тронешь. И очень это правильно. Если уж вы так просите, возьму я эти деньги. Друзьям ведь не отказывают. Ведьмачья этика. Тьфу, куда мир катится? Хорошо, хоть корыто это у него урвали. Ай. Уревные, конечно, краснолюды. Не знаю, что тут правильно, что неправильно. Но эти начали кидаться. Шел волк отсюда. Че камни приперлись-то? Камень тоже упереть хотите? Как вы это, паровозиком, да? Еще все впятером друг за дружкой стали бы. Ладно, погнали. Лапа. Нас ждут великие дела.
Сковорода здесь вон. Помните, была найдена нами. Господин Зеркальце. Так, подожди, дойти до корчмы. А чё дорога как-то ведет меня вообще назад, наоборот, вела. Во. Лени, мы ж войну не проиграли. Но! Так. Ты только болтай. Я вернусь к тебе, обещаю. Да, ты бы хоть половину сделал, чего наобещал. Вернусь и заберу тебя с собой в Нильга. Ты должен был здесь остаться. Склонитесь перед вашим новым господином и защитником. Отныне благородный Дагбар берет эти земли в милостивое владение. Все прочие налоговые повинности и выплаты великодушно упраздняются. Это значит, что отныне налоги платить вы будете благородному Дагборгу. А благородный Дагборг — это кто же? Родич какой того прежнего помещика? Да разве ж я знаю. Привет, Нордлинг. Это ты, что ли, Дагборг? Просто герцог написан. Если б не мы, сидели бы тут черные да Йоля, а то и дольше. Вот мне герой достался. Смейся, смейся. Только если б твой Гондек не вернулся и нильфгардцев не вытурил. Досталось бы ты какому-нибудь Кагыру или Йохану. Но ты ж меня ждала, Манечка. Правда? 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 А ну-ка, поговорить с вами нельзя, да? Ладно, смотрим, кто нас здесь ждет. Ну, Йеннифер, скорее всего. А, нет, всё. Я был прав. Она да. Жива. Он тебе поверил? Понятия не имею. Это закуролиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени даром. И меч, конечно, это твой. А что она со своим сделала? Ведьмачий меч, ласточка. О, чудо! Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать, ведьмачка. Значит, надо его испробовать. Хм. А, все, да? Отлично. Война с Нильфгардом закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактического гения Родовида, королевство Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Имгрима. Черные знамена взвелись над Новиградом и Льдами. Измученный неустанными набегами темерских партизан, Эмгыр Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего леди. Темерцы сложили оружие, а император, благодаря этому, смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, темерцы вновь обрели свою отчизну, а история, которая уже раз показала, сколь любит причудливые сюжеты. Расправившись с Родовидом, Эмгюр Вар Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами.
Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов, император не знал жалости. Как всегда. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керис начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных вотчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Цирилла Фиона Элена Ианон, наследница Нильфгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Ковер. В то время как короли передвигали границы, Геральт и Йеннефер вели спокойную жизнь вдали от большой политики. Какая-то их страшная дни здесь. Протекали в неспешных прогулках и долгих разговорах. Завтракали они уже хорошо за полдень и, конечно, чаще всего в постели. Скучно, скажете вы? Может быть. Но оба они не желали ничего больше. Ну, можно сказать, хэппи-энд. Отчасти даже, да? Основано на романах Сапковского. Вот такая получилась кампания. В принципе, основная игра пройдена. Остались лишь дополнения. Самую малость, да? Бодовский. Здесь вон доплеры. Все картиночки. Маги. Маги. Ну, получается, можно было бы, да, Цириллу еще сделать императрицей. Ну, наверное, в моменте, когда Имгар просил ее привести, может, он ее как-то уговорил бы там, да, там. Сказал бы, объяснил бы, привел бы какие-то доводы. Или если бы ведьмак бы ее не поддерживал. Допустим, я выбирал варианты такие, что Цирилла, типа, ну, ты сама себе еще голова должна быть. На самом деле это правильно. Каждый должен не просто делать выбор, но и жить с последствиями принимаемых им решений. Так что Цирилла сама выбрала свой путь и выбрала ведьмачку. Выбрала путешествие, выбрала... такую жизнь авантюрную. Ну а Йеннефер и ведьмак счастливо живут, вот, поживают и добра наживают. Но я не верил, что Цирилла погибла, конечно. Ну, как-то это было бы неправильно на самом деле. Это было бы совсем неправильно. Хотя, может, и есть вариант с концовкой, где она все-таки погибает. Не знаю. Проходил так, как считал нужным, отвечал так, как нравилось мне. В большинстве случаев, там, за исключением только некоторых моментов, когда я, наверное, может быть, все-таки что-то бы поменял. Но они бы, я не думаю, что поменяли бы исход всей этой кампании очень-очень сильно. Ну что ж, на этом на сегодня все. Дополнение, в принципе, планирую проходить для Ведьмака. Может, сразу, может, сделаю небольшую паузу. Сейчас время покажет. А с вами был Верус. Всем добра. Пока-пока.